Автосалон «Лада Маркет» теперь и в Энгельсе. Широкий модельный ряд, кредит, сервисное обслуживание. «Лада Маркет». Город Энгельс, проспект Строителей, 64. Телефон 74 80 90. По теории вероятности, победителем в этом году действительно может стать спортсмен. Все-таки их трое из четырех финалистов. Но нашими кандидатами список достойных людей не ограничивается. В этом году нам предложили двух участников, которых мы по правилам не могли включить в акцию. Но и не рассказать о них мы тоже не могли. Один из них – бывший сотрудник наркоконтроля Николай Фомичев. В органы наркоконтроля он пришел в 2003-м. Николай Фомичев стоял у истоков создания Саратовского управления. За 12 лет он прошел путь от оперуполномоченного до заместителя начальника наркополиции. Много здесь, значит, мошенников. Вот именно в связи вот с СМС-рассылками по телефону много мошенников. Работоспособен, целеустремлен, настойчив. Именно такие характеристики в личном деле Николая Фомичева. Он лично контролировал пресечение деятельности этнических преступных групп. В 12-м при его участии ликвидировано армяно-цыганское сообщество. В 14-м раскрыта преступная деятельность наркоторговцев, которые продавали запрещенные препараты через интернет. За особые заслуги неоднократно награжден медалями. Да, согласна, что это не женская профессия. С первого класса хотела быть следователем. Любимым сериалом, наверное, был «Тайны следствия». Мне очень было интересно. Она тоже теперь работает в ведомстве, где служил Николай Владимирович. Он хотел, чтобы дочь посвятила себя юриспруденции. И сейчас Дарья об этом не жалеет. Ну, я думаю, я не все делаю правильно. Не все делаю хорошо. Всегда мы постоянно с ним спорили. Я постоянно делаю ему все наперекор. Ну, просто сейчас я понимаю, что на самом деле он был прав. Я буду стараться не подвести его. Следователем управления по контролю за оборотом наркотиков Дарья Фомичева стала в октябре, почти через месяц после смерти отца. Николай Фомичев умер в сентябре от сердечной недостаточности. Ну а теперь о расстановке сил в турнирной таблице. Пока на первом месте четырехкратный чемпион России по бадминтону Владимир Мальков. За ним, правда, с огромным отрывом идет чемпион мира по кикбоксингу Дацы Дациев. А вот замыкает тройку лидеров учитель географии Татьяна Ермакова. Самый титулованный спортсмен области пловец Илья Тришкин на последнем месте. Но все еще может измениться. Финал завершится завтра в полдень. А сейчас голосуйте активнее. Кто станет человеком года, зависит только от вас.